Далее об этих и других событиях более подробно. Итоги развития региона за полугодие представил на брифинге Департамент статистики. В регионе отмечен рост во всех ключевых сферах экономики. Обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, грузы и пассажироперевозках привлечено свыше 87 миллиардов тенге инвестиций. Растет численность населения. Отмечен рост экономически активного населения. Сегодня на 100 человек приходится 8 пенсионеров. Органы статистики также активно внедряют цифровые технологии. В рамках Е-статистика создана информационно-аналитическая система Талдау. Любой пользователь может бесплатно ознакомиться с интересующими его стат-данными. Еще одно новшество – разработан счетчик населения Казахстана, по которому можно узнать ежесуточное число родившихся и умерших. Также счетчик показывает, сколько человек прибывает ежесуточно в страну и выезжает за ее пределы. И о важном предстоящем событии. В октябре 2019 года состоится перепись населения. В данное время идут подготовительные работы. Напомним, предыдущая перепись проводилась в 2009 году. Подсчет населения будет проводиться с применением информационных технологий. Сами жители могут заполнить анкеты на сайте sanakh.gov.kz. Заходят на сайт, в любое время могут за себя и за свою семью заполнить анкету. Потом 5 дней нам дается обработка, мы смотрим, кто не заполнил. Потом в течение 15 дней наши уже счетчики с планшетами обходят дома и электроны. Во-первых, планшет. Почему? Он идет через спутник и сразу попадает на сервер. Мобильное приложение тоже будет на сотовом телефоне, это уже делается.